Спасибо. Вот это круто! Не зря я в школе читать научилась. Так. Алло, Галина Сергеевна? Сама ты Женя. С тобой говорит диджей Васнецова Евгения. Евгения Васнецова. Так, слушай, через минуту у меня эфир запиши, ага. Давай, пока. Вкусная Амирка? Вкусная курочка? Амир ест копченую курочку. Окорочок копченой курочки. Это вам не халам-балам, скажи. Не хухры-мухры это вам. Курочка это, да. Копченая хлеба. Чупа-чупсом. Чупа-чупсом запить. Хлебом заесть. Да, если бы это видела Абика, она бы тебе этого не простила. Вот как выглядит пир. Кроме... Еще есть ноты. Нотки есть, понимаешь? Есть, но Миша не мешает никому петь. Короче, с тебя музыка, с меня стихи. Эй, завтра новости, что ты уже много новостей приготовил. Бати? А у бати откуда? Ну, он у меня уралец. Часто простужался? Нет, часто орал. Сначала он на заводе орал рабочих, потом Филипп родился, он на него орал, потом родился я, он на меня орал, ну потому что я орал. А на Филиппа орал, потому что он на меня орал. Это же идея! Мне нужно просто поорать! Тихо! Он тебя приставал? Нет, вы что? Это друг мой! Вы с ним просто решили поорать! Твою дивизию! Смирно всем! Значит так, салаги, если из этой квартиры раздастся хоть один звук, превышающий допустимую норму, то у вас будут серьезные проблемы. Ясно? Да. Уходим. Итак, Марочка и Милочка,